Сегодня в торжественной обстановке сотрудникам правопорядка начальник Тамбовского областного управления МВД Николай Скоков вручил ключи от новых служебных машин. Автопарк пополнился на 14 автомобилей. Среди которых УАЗ, Форд и Газель. Большую часть машин со специальным оборудованием направили в дежурные части. Остальные передали в оперативные службы и спецподразделения. Первый сигнал поступает куда? В дежурной части. Начало движения, начало выезда следственно-оперативной группы, значит, обеспечено оно на транспорте в полном составе, обязано выехать на место происшествия и зафиксировать следы преступления и принять меры к раскрытию преступлений по горячим следам. Автомобили направили в Моршанский, Мичуринский, Первомайский, Сосновский, Уваровский и Кирсановский районы.